Еще не совсем привык я к горизонтальной камере для YouTube. Поэтому у меня взгляд еще туда-сюда ходит. Сегодня хочу рассказать о лимфатической системе и ее пользе для организма. Во-первых, она чистит ткани и клетки, выводит все шлаки из организма. Лимфатическая система не имеет, как кровеносная система, сердца, которая качает кровь. Поэтому ток лимфатической системы зависит только от человека, от самого. Для этого, чтобы был хороший ток, человеку что надо? Во-первых, это надо двигаться, вот, спорт, пить воду, чистую воду пить. Дальше баня, закаливание, ну и массаж. Вот эти вещи дают хороший ток для того, чтобы не было застоя, не было болота. Хочу на это обратить внимание. Многие, кстати, кожные заболевания, они зависят именно от состояния лимфатической системы. Когда забивается, тогда получается и псориазы, и дерматиты, и все остальное. То есть, когда у нас лимфатическая система не работает, вот, все выводится через кожу. И многие кожные заболевания, они очень прям связаны с лимфатической системой. Поэтому изучите этот вопрос. Обратите на него внимание, многие вообще не придают значения, что там, какая лимфа там туда-сюда. Вот, это очень важно, надо помогать, нам надо заботиться, вот, о лимфатической системе и не давать ей стоять. Будьте здоровы, впереди много интересного. В следующих роликах расскажу я, как делаю сок лопуха и все остальное. То есть мы сейчас все, что в ТикТоке там часть блокировали и то, что нам не давали делать, плюс по времени были ограничены. Здесь как раз у нас проблем вообще нет никаких. Время позволяет, и мы тут ролики будем нарезать очень хорошие. Всем добра!